А вот сейчас, значит, у нас перед нами что? Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария. Вот. Мы идем на Нальчик, на Зрань, дальше на Беслан, на Грозный. И нам нужно сегодня выйти обязательно в Ставрополье, потому что у нас еще впереди большие встречи могут быть. И посмотреть те районы, где мы не обошли. Благословен Господь, да осветит дары, посылаемые им. Аминь. Прокомментируй, брат, погоду, и что чуть нас не унесло ночью. Мы ночевали в предгорьях Кавказа, но там на горизонте видны горы, это начало Кавказа. И ночью был сильный ветер, ураганный ветер и дождь. На нашу палатку качалась из стороны в сторону, мы думали, что она полетит по ветру. Молились с братом Николаем. Вот так нас встречает Кавказ. Слава Богу за все. Мы живы. Сейчас будем завтракать. Вот мы едем, пьем разную воду. Господь нас хранит. Святая водичка, просто. Обеззараживает все. Как сегодня говорят, великая...